Один из кодов звучит так: завахим на вдохе и пта на выдохе. Завахим пта. Смотрите, в чем проблема, когда вы не можете что-либо продать. Не можете продать недвижимость, или не можете продать квартиру, или автомобиль, или что-либо еще. Это связано с тем, что тот человек, обычно вы же знаете, что если один человек продает, то у него есть желание продать, а другой человек, который покупает, у него есть желание приобрести. Так вот, в чем проблема. Когда человек продает, то он продает, потому что ему это не нужно. Вот, допустим, у меня есть тонна черешни. Мне тонна черешни не нужна, поэтому я переизбыток этой черешни хочу продать. А тот человек, который покупает, у него нет никакой черешни. И именно поэтому он хочет эту черешню купить. Ну, это как бы само собой подразумевается. А теперь, какая ошибка совершается у людей? Смотрите, тот, кто хочет продать условно, хочет продать что-то ненужное. А тот, кто хочет купить что-то нужное ему. Но дело в том, что это одна из самых важных ошибок. Когда человек живет в своей квартире, или когда человек продает свою машину, то он продает очень часто, потому что ему это надоело, и он уже к этому относится плохо. И вот смотрите, как выглядит. Когда я продаю черешню, то я ее люблю. Я ее продаю. Я ее люблю. Я бы ее хотел не продавать, но ее у меня много. А когда человек продает квартиру, то очень часто он ее не любит. Она ему надоела. И он продает ее как ненужное. А человек покупает и хочет купить как нужное. И получается, они сталкиваются. Один продает ненужное ему, и второй должен купить как ненужное ему. А так не получается. Найти человека, которому не нужна квартира, который выложит за нее много денег, сложно. Таким образом, что нужно делать? Нужно полюбить то, что вы продаете. Полюбить. Каким образом? Я часто даю эту практику, прям очень часто. Подходите к автомобилю, который вы должны продать, и начинаете говорить: «Ты такой хороший, такой красивый», и начинаете ему петь этому автомобилю дифирамбы, или петь своей квартире дифирамбы, или петь своему товару. Прямо садитесь вот так рядом с ним и говорите: «И колеса у тебя красивые, и руль такой хороший, и сверху ты черненький, и внутри ты беленький, если вы там продаете квартиру, и подоконник красивый, и потолок хороший, и мне так было здесь хорошо, и я вот здесь купалась, мне было хорошо, вот здесь я мылась, а вот здесь готовила кушать, вот здесь мы сидели и радовались, и нам было тепло, и мы здесь просыпались и засыпали, и так всем было хорошо и тепло, и здесь обнимались, и дети приезжали, и такая родная, такая хорошая, я тебя так люблю». Но я уже буду, я тебя люблю и уже собираюсь покупать другую квартиру. И вот эта энергия, она и есть созидательная. Потом, когда человек приходит, то он хочет купить. Он хочет купить как что-то нужное, а оно для вас нужным было. И эта история, она и есть той историей, которая продает. Я часто говорю эти слова: мир устроен по принципу не того, что мы хотим с нами происходит. Мир устроен по принципу, с нами происходит то, что мы чувствуем, а не то, что мы хотим или то, что мы думаем.